что мы победили, хотя всю игру у нас, ну, как-то не задалась с ней первая половина, мы проиграли, после четверти проиграли 2 очка. Вот, в общем, рад, что мы смогли переломить ход игры и выиграть, тем более, что МГУ, ну, это как бы принципиально, наверное, соперник и сильный, с ними всегда интересно и тяжело играть. Костя, ты стал MVP октября. Скажи, какие у тебя были эмоции, когда ты узнал результаты голосования? Эмоции, конечно же, хорошие. Я очень рад, что я выиграл в этом конкурсе. Хочу сказать спасибо всем родственникам, всем, кто заголосовал за меня. Ты отправляешься на матч звезд в Уфу. Скажи, какие у тебя ожидания от этого мероприятия? Думаю, что все пройдет здорово. Самое главное — зрелищное. Хочу запомнить этот день надолго. Игры, которые провели против МГАВКа, обычно начинали очень тяжело, и МГАВК сразу уходил вперед, поэтому сегодня специально готовились, специально на первые там несколько минут настраивались провести, значит, с максимальной отдачей и максимально активно, поэтому, может быть, показалось что-то сам. Но, в принципе, это была обычная игра, в общем-то, она была совершенно ровной, как с самого начала, так и до конца третьей четверти.